Клинской городской больнице состоялся очередной день донора. В этот раз на сдачу крови пришло около 40 человек, что по оценкам медиков является хорошим показателем. Вообще, за прошлый год в нашем районе стало больше жителей, готовых безвозмездно помочь ближним. Больше пришло доноров. Первичных доноров увеличилось раза в два, наверное, у нас, да? Общее число кровоотдач в полтора раза увеличилось. Короче, у нас наблюдается приток донорских кадров, и мы рады этому. Но несмотря на увеличение числа доноров в нашем районе, потребность крови постоянно растет. А проблем, к сожалению, возрастает. С каждым годом почему-то нужно больше крови. Заболевания становятся тяжелее. Затем, значит, этим больным с онкологическими заболеваниями, с гематологическими тоже требуется переливание крови. И поэтому проблема донорства все равно остается актуальной, люди должны сдавать кровь. Сдача крови приносит пользу не только нуждающимся, но и самим донорам. У них вырабатывается устойчивость к кровопотерям, продлевается молодость, активизируется система иммунозащиты и многое другое. Помимо пользы организму, донор, безвозмездно сдавший кровь 40 раз, получает почетный знак, который дает право на некоторые привилегии. Самая существенная привилегия – это проезд на транспортах, на всех видах транспорта, ну, кроме электрички и известной, и транспорта платного. А так вот автобус в Москве, то же самое. Затем 50% на коммунальные услуги. И ежегодная выплата, где-то около 11 тысяч. Там, с учетом инфляции она увеличивается с каждым годом. Чтобы стать донором, человек должен быть старше 18 лет и весить более 50 килограмм. И, конечно же, здоров. Накануне сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную и молочную пищу, алкоголь и табачные изделия. Идти на эту процедуру человек должен только с благими намерениями, так как своим поступком он дарит кому-то жизнь. Так кроме крови ничего не придумали с тем, чтобы помочь больному. Кровь заменить нечем. А бывают такие состояния, когда необходимо переливать кровь, когда это жизненно. В основном кровь переливается по жизненным показаниям. То есть тогда, когда уже ничего другое помочь не может. Стать донором вы можете в Клинской городской больнице в отделении переливания крови каждый вторник и четверг. Более подробную информацию уточните по телефону 720-21.